Это такая вкуснятина, как кисель густой. Будет, конечно, ох, тяжело перемешивать. Я уже нашила карман на переднюю часть рюкзака. Помидорку уже заточила. Да. Картошка, фасолька консервированная. Карина тоже почти спит, бедолажка ждет рюкзак. Сюда телефон. Сюда ключи на липучке. Смотри, Вова, как он классно смотрится. Его повыше можно тебе поднять. Доброе утречко, Артурчик. Всем доброе утречко. Мама еще в пижаме. Рано еще, 8:30. Папа в телефоне. Что ты там делаешь? Что ты в телефоне делаешь? Играешь? Вот. Сегодня вкусняшку мама себе сделала. Ну, это Артурчику, бананчики любимые. А вот это смузи бананово. Банан и мак здесь. Он теплый на теплой воде. Это такая вкуснятина. Как кисель густой. Прошлую беременность я постоянно что-то с утра такое пила. Вот соскучилась, захотелось мне снова. Вот так. Так что всем приятного аппетита. Ну, Артуру, наверное, не даю пробовать. Артур, хочешь попробовать? Тут мак не сильно перебился, потому что все семена... Не надо ручку сунуть, надо замачивать на ночь, прежде чем забивать, чтобы они разбухли. Ну что, попробовал? Ну как? Еще? Хочешь? Оно сладенько. Бананчик. Не-не-не-не, купать точно игрушки здесь не надо. Давай. Скажи, как это пить, оно не пьется густое. С ложки надо давать. Ну такая вот кашка, да. И детям можно давать. Вот так вот. Вкусно. Еще? Еще хочешь? Итак, настало время что-то приготовить, да? Хочу приготовить типа дрянички. Ну, тут лук целый есть, и картошка, и все, и соль потом посолю. Вот на такой вот крупной терке все сотру. Посмотрим, что там добавлю, не добавлю. Что-нибудь из муки, не знаю. Пока буду тереть. Вот он у меня такие вот длинненькие пополучались. Будет, конечно, ох, тяжело перемешивать. Придется, наверное, руками мять. Посолить. Так. Главное не пересолить, а то у меня привычка в последнее время все пересаливать. Ну что, сейчас помну это все руками, посмотрю, что получится. Слила прилично воды, наверное, точно полстакана. Все-таки решила ничего не добавлять. Мне нравится чистый вкус картошки и лука. Ну вот, буду такими блинчиками делать. Очень маленький огонь, самый маленький. И вперед, пускай не зажаривается, а потихонечку подпекается. И будем с Артурчиком трескать. Вкусная курага. Ой, вкусная. Доедаем последнюю. Будем еще брать. Очень вкусная, классная. Так, сладкая такая. Хорошая, не вымоченная в сахаре. Но даже чувствуется, что не приторная. Вот так вот ему нравится кушать. Так, а я тем временем, пока там жарится у меня картошечка, я уже нашила карман на переднюю часть рюкзака. Прикольно получился. Мне очень нравится. Будет очень классно смотреться. Цвета Арина сама выбирала. Погода сегодня... Какая-то дождливая, ветреная. Вообще сегодня никуда не ходили с Артуром. Бррр, холодина. Артурчик спит, малыш. Заснул в 2 часа. Сегодня очень хорошо заснул. Так вот он спит, маленький наш. Вчера он заснул где-то в 11:30, в общем. Но не за 12. Ну, я выспалась, если честно. Все нормально. Встали все в 7 часов. Сегодня 2 часа лег, сегодня нормально будет. Поздно не ляжем, видимо. Я тут почти все закончила. Осталось собрать рюкзачок. Спинка готова, перед полностью готов. Боковушечки. В общем, у меня пока перерыв. Я монтирую видео на сегодня, влог. В общем, мама вся в делах. Ну, отдыхать я тоже не забываю. Аринка скоро придет, уже должна прийти. Сейчас еще будем обедать. Кстати, то, что я пекла, было очень вкусно. Мы с Артурчиком прям наелись до отвала. Ну что, Аринка пришла, можно и пообедать. У нас все просто, картошка. Майонез, что Вова делал, очень густой получился и очень вкусный, потому что мы брали... воду из-под консервированной фасоли. А вот из-под горошка он не получается. Вот так. В
вчерашняя моя овощная смесь с чечевицей. Я просто в восторге от этого вкуса. Плохо, что овощи сильно разварились. Хотелось бы немножко пожевать. В следующий раз по-другому немножко приготовлю. Коты оккупировали мой стол. Жулик, еврик. Отопление включили, поэтому коты уже вечно тут греются. Артурчик спит, и Аринка кушает. Да, помидорку уже заточила. Да. Картошка, фасолька консервированная. Всем приятного аппетита. И нам тоже. И нам очень-очень вкусно. А мама тут с фонариком снимает. Потому что у нас темнота. А потому что это уже не солнечное лето. Вот так вот. У нас тут разгром игрушек. Артурчик все высыпает. Испекли с Аринкой крекеров наших с семечками вкусненьких. И папа ужинает. А я пока не хочу. И Артурчик тоже играется тут. У нас уже 10 часов. У нас опять мини-поломка. На самом последнем моменте. Рюкзак уже готов. Осталось окантовать один шов. Ну, край. И все. И она что-то начала бурчать. Да. Артурчик пытается там заснуть. Хотя что-то... Ногами там, да? Арина тоже тут почти спит. Бедолашка ждет рюкзак. И еще собрать надо. Классно получилось. Потом покажу. Жду, что там Вова с машинкой ремонтирует. Прикольно, конечно, получилось. На самом последнем моменте, блин, заглючила. О, глаза светятся под столом. Жулик вылез. Все, ждем. Та-да-да-дам, рюкзак готов. Ну-ка. Это вот такой вот он гигант. Япония. Вот такой красавчик. Такой вот. Полностью я выкройку делала и этого рюкзака и шила. Это, подожди, для бутылки, это для вкусняшки. Внутри, смотрите, сколько места. Ну-ка, расстегни карман. А это Япония. Передняя. Давай-ка. И светоотражатели сразу пришила. Сюда, подожди, фиксировка, это мел берется. Сюда телефон, сюда ключи на липучке. Вот, и открой основную часть. Не закрывай, ты же будешь складывать сейчас, перекладываться своего. Здесь ничего нет, вот такой вот широкий. А здесь огромный-огромный карман. До самого низа и до самого верха. На спине, который, чтоб мало ли что-то, чтоб нельзя было помять. Ну все, собирай. Ну, ты собери, потом примеришь. Все, сразу включила же. А, и карточка у нее, чтобы проходить в этой гимназии. Вот сюда будут ложить. И быстренько раз, достала все. Класс, я довольна сама. Он очень так, красивый. Так, сравниваем рюкзаки. Ну, да нормальный твой тоже широкий. Просто мой удобный, удобнее будет. И крепче, надежнее уже. Это уже 100%. Давай, распаковывайся, размещай. Он плотненьким, я его сделала везде, залончик вставила. Стоит красавец какой, супер. Я довольна своей работой. Мне все нравится. Давай, растусовывай аккуратненько. Вот эти самые длинные всегда к спине ставь. Угу. Вот, видишь, все перевесили. Удобнее, видишь, чем там. Там вообще молния неудобная. Вообще рюкзак неудобный. Как ты его выбрала? Но это без меня. Они с бабушкой покупали, когда она у бабушки была. Я бы ей такой бы не купила для школы. Давай. Рисование за тренетом, чтобы сюда положить. А. Все сюда влезет, все. 100%. Артурчик уже заснул. У нас уже сколько? 10:30. Сейчас будем собираться тоже спать. Ждала просто Арина, пока я дошью рюкзак ей.
животиком. А все остальное где? Ну, краски не нужны завтра? Или вы не красите? Мы и так рисовали. Так ты альбом и вот это носила отдельно всегда? Да. Ничего себе. Обалдеть. Все, закрываем. Тут можешь по-разному, где угодно останавливаться. И давай сюда складываем. Всю вот эту мелочь. И вот этот карман, кстати, там неудобный вообще. Он полностью не открывается. По бокам только. Вот. Она никуда не денется. Будет лежать и все. Давай. Ключи сразу кладем. И не потеряешь. Давай. Все. И телефон. Ну, поставь его. Он же стоит хорошо. И телефон будешь ставить. Он не будет у тебя болтаться. Давай. Ставь. Просто попсоки. Нормально. Все. Смотрите, как я придумала. Классно, да? И сюда всякое можешь ложить остальное. Ну что, тебе нравится? Давай, закрывай, мери. Будем корректировать по плечам что-то. Класс, прикольно получилось. Нормально, зато крепкий, уже не порвется никогда. Красное внутрь, никогда не перепутаешь. Ну-ка. Вот, шикарно. Ну, иди в зеркало посмотрись. Смотри, Вова, как он классно смотрится. Его повыше можно тебе поднять, по-моему. Он у тебя на попе висит. Надо корректировать. Почему? Нет, конечно. Давай. Все, подтянул. Ну, иди к зеркалу пройдись. Что ты? Из света, светоотражательный. Сразу. Они отражаются и сейчас. Все? Да. Классно? Все, рюкзак готов. Я довольна. Ну, а мы будем спать ложиться потихонечку. Все, всем спокойной ночи. Мама тоже уже устала за эти 2 дня шитья. Сидение.